Привет, вот я скачал игру, вот моя папка, таблетка, русификатор и сама игра. Открываем таблетку. Вставляем. Не знаю, почему у вас не копируется русификатор. Выводим ярлык на рабочий стол. Вот. Ну и, собственно, запускаем. Теперь запускаем от админа. Давно не запускал, но думаю, все заработает. Да, вот все включилось. Не знаю, почему у вас выдают ошибку, но, скорее всего, это антивирус. У меня вообще ничто не стоит. Защитник Windows отключен. Антивирусной программы никакой нет. Рагнар Лодброк. Ну, как видите, игра включилась и работает. Так что я думаю. Отравленный гневом англосаксов. Надо попробовать еще раз. И выключим антивирусе. Месть была скорой. Сыновья Рагнара опустошили британские острова, разделив земли и перебив всех, кто посмел сопротивляться. Когда викингов шла на запад, несокрушимая сила, поставившая Альфреда Великого на колени. Но королевскому терпению есть предел. Сейчас 878 год от Рождества Христова. Пока даны заселяют разграбленные ими земли, Альфред, король Уэссекса, объединяет острова под своим знаменем. Но надвигается новая орда, жаждущая славы и добычи, готовая заявить свои права на Британию. Многие примерят корону. Лишь один будет править. Вот это засада.